Всем привет! У нас 22 марта. Вчера был снежок, такой грандиозный снежок. Выпал прям замело-замело. Сегодня у нас уже опять солнышко, плюс один, все растает. Ну, надеемся, что эта весна уже когда-либо придет, потому что сколько уже можно ждать. Ждем-ждем, а когда она придет, ну, совершенно непонятно. Поэтому сейчас едем на работу, у нас все-таки понедельник, нужно кое-что сделать, едем на работу. Итак, друзья, привет! Сегодня мы с вами снова в этой лаборатории. Снова нужно разрезать образцы, что... Куда мы денемся? Если надо, будем резать. Опять та же установка, опять все то же. Вот такая она исследовательская работа. Ты вроде бы что-то делаешь, а по сути одно и то же, потому что нужно куча одинаковых образцов, куча одного и того же, разные там параметры обработки, разные параметры тестирования, и ты как-то крутишься, крутишься, потом все это анализируешь, и бац, у тебя получается какая-то статья, что-то новое. По-другому, к сожалению, не бывает. Поэтому снова будем резать образцы. Вот что у нас получилось. Образцы такие, они были длинные. Такие как бы, вот такие длинные были. Я их разрезал на две части, мне этого будет достаточно. Резали, кстати, американским диском специальным, потому что и с охлаждением, чтобы не изменить структуру материала. Вот это несколько образцов пойдут на микроструктурный анализ, на микроскоп. На маленьких еще нужно, конечно, отполировать алмазной пастой, заделать, и тогда только они пойдут, в таком виде нет. Ну, так уже просто. Поэтому вот такие дела. Идем дальше. Последствия снега, выпавшего на выходных. Ничего, скоро уже растает. Ну, впрочем, я взял домашнюю работу, как всегда. На дом буду дома делать, потому что проще дома это сделать, чем здесь сидеть в карантинные времена. Поэтому сейчас, как всегда, в магазин, еще несколько мест, и поедем домой. Ну и как всегда, мы опять же катаемся на Приусе. Приус, Приус, Приус. Почему на Приусе? Потому что Приус на газу, Приус на автомате. Это не механика, это намного проще. Сел себе, особенно в Приусе. Ты сел и вообще ни за что не переживаешь. Когда здесь бесключевые доступы, все, газ, бензин, 100 километров там стоит, не знаю, 5-6 евро, может и даже дешевле, я не считал, вот так примерно, по городу имею в виду. Как-то так, ладно, поехали дальше. Смотрите, кое-что забрал в магазине керамики Handmade. Но обо всем этом вам расскажет Вера, потому что это заказывала она, а я просто приехал забрать. Я все же катаюсь
еще дальше на Приусе. Очень классная машина, мне нравится. Знаете, почему она мне нравится в первую очередь? Потому что здесь бесключевой доступ. Я вообще не знаю, где лежит ключ, честно. Двери открыл, закрыл, завел, пошел, поехал, все супер. Вот бесключевой доступ, это просто must have. Это круто. Итак, единственное, что мне нравится вот этой штуке, так то, что всего лишь 25,94 за 44 литра. Вот это круто.